Так, прибыли на автобусе, сейчас подъехали на этот порт. Находимся на острове Ланзарот. Город Аресифа, это город, столица этого острова. Задача наша отсюда на другие острова ехать, точнее на остров Тенерифа, но с пересадками. Там у нас вон впереди иностранец идет, у которого рюкзак весь в разных этих нашивках. Я так понимаю, что иностранец очень хорошо пропутешествовал, потому что у него эти нашивки с Перу, Таиланд, Амстердам. Вот. Одним словом, я так понимаю, что посещая какую-то страну, он там покупает сувенир какой-то или нашивку только покупает и к своему рюкзаку ее прикрепливает. Нашивает, поэтому весь рюкзак нашивка. А с другой стороны, может, это такой рюкзак, такая фишка дизайнерская. Не знаю точно. Проволоки наверху, какие-то склады, наверное, помещения. Сейчас главное, чтобы билет нам дали, потому что эти это фирма Армаз, которая с ней постоянно какие-то приключения происходят. Я уже записывал видео с ней, то выкинули на автобусе, ехали с ними. Автобус, который должен был довести до парома, довез до половины и высадил. Говорит, типа здесь, на этот вам паром надо. Оказалось, что паром другой. Хотя 50 раз его предупредили, билет ему показали. Вот, потом я уже не говорю, когда у них пару покупаешь эти билеты, какие у них там очередя, люди аж в обморок падают. На Гран-Канарии, по крайней мере, это было так. Выглядело это очень ужасно. И очень непонятно, потому что за я такое, такие вещи, когда люди стоят и орут недовольные, полиция, там падают в обморок, плохо становится. Такие вещи последний раз вообще в России видел. Вот, и сейчас тут в Испании, на Канарских островах, у кассы этого Армаз, такой увидел, вот он наш старипанчик идет, видите, у него какой рюкзак весь. Сейчас к нему еще приблизимся. Весь в этих нашивках. Пропутешествовал он, я так понимаю, очень неплохо так. Go to Tenerife, no? Tenerife. Las Palmas. Ah, Las Palmas. Las Palmas. Okay. You? Tenerife. Tenerife. Where from? Canada. Canada. Okay. And you? You good to rucksack, Ruk. Yes, yeah, that's right. From Kavkaz. Kavkaz, Ingushetia, Georgia, Chechnya. Oh, Georgia. Oh, yeah. To go to California, Hollywood. Oh, doing film, senior. Perfect. Yeah. Very good. How long live here? Canaria? Oh, just a week. It's just a week. Uh-huh. I go back tomorrow. Good? Yeah. For you, good? Yeah. And you, how long? 1 month. 1 month? Maybe a month. Oh. Las Palmas. Oh, no, Gran Canaria. Fort Aventura and this Lanzarote. Yeah. One month.
how long travel? No travel, only from Canada. Oh, it's I work in Africa, that's why. Africa. I work there, so uh-huh. I have a week holiday now before I go home. Uh-huh. Okay. So I come to I go to Las Palmas often. Okay. Good. You know, you right, go. You have your ticket? Yes. Yet? You but I no, not have ticket. I oh. must. Yes. Okay. Mm-hmm. We're going the same way. Okay. My friend. Yes. Okay. Так, куда же делся my friend-то теперь? В общем, с Канадой, друзья, чувачок у нас оказался. Что-то я не понял, что за дела у нас тут происходят. Вот так вот. Ой, жара. Так, сейчас передышку сделаем. Отдохнем. Людей здесь совсем нет. Так, друзья, пока все. Чуть позже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.